На границах не единственное, чем озабочены депутаты. Борьба с инфляцией в Казахстане принимает характер войны с ветряными мельницами. И потери в ней несет только простое население. Именно так считает депутат Мажилиса парламента Айкын Кануров, о чем он сегодня, собственно, и заявил на заседании правительства. По его словам, сегодня инфляцию все оправдывают общемировым ростом цен на продовольствие. Однако у нашей страны, как таковой, зависимости от мирового рынка в продовольствии нет. Но возьмем, к примеру, крупы. Производятся они у нас, но почему-то цена поднялась на 22%, привел пример Мажилисмен. Растительное масло, которым мы обеспечиваем себя сами на 80,5%, и вовсе подорожало больше, чем наполовину. Депутат считает, что очередной комплекс мер, разработанный правительством, повторяет ранее существовавшие и неэффективные меры по борьбе с инфляцией. На некоторые важные группы товаров цены поднялись свыше 50%. Поэтому возникает логичный вопрос, зачем нужны все эти декларативные документы, если они не исполняются? Почему никто не отвечает за провальные инфляционные прогнозы?